Ивановский областной театр «Кукол» расстается на лето со своими маленькими зрителями. К закрытию 77-го театрального сезона подготовлена премьера. Спектакль по пьесе Елены Благининой «Гуси-лебеди». Для постановки этой сказки в Иваново специально приехал заслуженный деятель искусств Украины Борис Азаров. «Гуси-лебеди» – это, во-первых, традиция, во-вторых, сказка, во-вторых, русская глубокая сказка. Сказка о том, что слово родительское должно быть почитаемо, и только чуть-чуть где-то что-то нарушено в балансе, сразу нечистая сила возникает и начинает творить свои чудеса. Сказка была подготовлена в связи с юбилеем творческой деятельности Веры Павловой. В Ивановском театре «Кукол» актриса работает уже 30 лет. «Гуси-лебеди» – это моноспектакль, постановка для одного человека, но талант актера здесь раскрывается многогранно. Вера Павлова – исказительница и баба-яга. Играет она и мальчика, и девочку, и печку, и яблоньку. Артист театра «Кукол» синтетический, он должен и петь, и танцевать, и с куклой работать. Это очень сложные жанры, это понятно. Здесь в этом спектакле и танцы, и музыка, и движение куклы, и движение ширмы. И нельзя обмануть зрителя, это же все видно, сцена все показывает. Если ты не ритмичный, если ты не музыкальный, если ты что-то сделал не так, она же все пока проявляет. Стать артисткой Вера Павлова мечтала с детства, но не думала, что вся ее профессиональная деятельность будет связана с театром «Кукол». Теперь свою жизнь она без театра считает немыслимой и даже не хочет думать о том, кем могла бы стать, если бы судьба сложилась иначе. Призвание Веры Павловой – дарить детям радость. Это и сложнейшая работа, и высочайшая награда одновременно. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.